Эй! Ю, что такое? Мы уже наверняка у линий. Вы что-нибудь видите? По-моему, да. Прямо впереди, через парк у Старого театра. Идите туда, и пусть Джек их ремонтирует. Встречаемся у линий. Личинки! Вау, мяч в игру, детка! Бросайте и ищите эти линии. Ладно. Работал. Бета, начальник поезда сообщает, что к ним движется саранча. У вас как обстановка? Отходим к линиям электропередачи. Новое вводное. Чтобы поезд не захватили, он набирает скорость. Ваш график сильно уплотняется. Рома! Вашу мать, опять он! Уберите эту тушу от линии электропередачи! Без проблем! Смотри! Эй, козел! Хочешь угощу? На-ка, выкуси!
Прочь оттуда! Быстро, быстро, быстро! Ты совсем охренел? Минус один. Никто не против. Дельта, поезд штурмует. Повторяю, саранча берет поезд на абордаж. Штаб, плохо слышно, повторите. Плохо дело. Думаешь, мы успеем? Если нет, придется всю оставшуюся жизнь драпать от этой пакости. Маркус, Брумок погиб. Спасибо большое, мы возвращаемся к линиям. Блин! Дьявол, Бен, сваливай отсюда нахрен! Куда? Thank you.
По-моему, все. Хватаем трофей. Блин! Удира! Прикройте Джека! Влипли. Кто теперь? Джек, вырежь дверь! Парни, вы как там? Живы, но до БТРа вряд ли доберемся. Штаб Дельта на связи. Мы починили линии электропередачи, но у нас тут Брумок. Ждем рекомендаций. Аня, как слышите? Верносеятель. Ага, и совсем близко. Хорошо, мы сами по себе. И времени в обрез. Эрт, Кол, встречаемся с вами за театром. Так точно, детка! Тут должен быть служебный вход. Разделимся, так мы его быстрее найдем. Я иду наверх. Ты поищи задний ход в партере. Вот он, наследитель! Молота нет! Черт! Надо придумать что-то еще! Класс! Стены! Не припасы!
Расстреляй стены! Можно идти. Класс! Ну, давай! Расстреляй стены! Класс! Можно идти. Отлично. Тупик. Можем сдвинуть стену? Тупик. Можем сдвинуть стену?
Давай сюда! Он там! Черт! Эта туша постоянно за нами носилась! Окей, начальник, что теперь? Штаб Дельта на связи, как слышите? Черт, нет связи! Ладно, без помощи штаба мы поезд не догоним. Так что все силы на восстановление связи. Ищем сеятеля. Осколочная! Кидаю гранату! А и молота нет. Будем импровизировать. Тройка. По баллонам. Смотри. Корми тот грузовик. Восходно, детка!
Штаб Дельта на связи. Аня, давай, давай! Маркус, это ты? Линия электропередачи восстановлена. Что там с поездом? Плохо дело. Саранча высадилась и вышвыривает охрану на пути. А судя по уровню мощности в сети, ваш мост так и не сработал. Варианты? Рядом с вами центральная электростанция города. Если питание можно восстановить, то только из этого места. Понял вас. Идем туда. Конец связи. Что ж, поехали. Осколочная! Ты вообще за кого? Круто! Thank you.
Кидаю осколочную! Класс! Назад! Становится только хуже и хуже. Это, ну и... вот дрянь. Штаб, мы у городской электростанции. Поняла вас. Какая обстановка? Готовимся идти внутрь. Пожелайте удачи. Берт, Коул, берите Джека и направо. Дом, нам нужно электричество. Не нравится? Отлично. Савин.
корпус, я ошибся. Это не изгнанники химичили с сеткой, это они. Весь ток под землю увели, совсем. Ты ведь исправишь? Я работаю над этим. Джек, идиот, не тот контур! Но вам надо будет отключить кое-что. Что отключать? Панели, знаешь, зеленые лампочки, рубильники. Наземник.